И вот буквально сегодня новое громкое задержание экстремистов России. Сотрудники МВД в Подмосковье обезвредили ни много ни мало вербовщиков ИГИЛ. Двое выходцев из Средней Азии, как установлено, состояли в одной из наиболее радикальных исламистских группировок. Эксперты ставят ее в один ряд с Аль-Каидой. А на территории нашей страны были активными пособниками Исламского государства. Они переправляли россиянок в Сирию. Там женщины должны были примкнуть к рядам террористов. Двух гражданок России оперативники обнаружили в квартире, которую снимали экстремисты. Там же полиция нашла агитационные материалы. Судя по всему, задержанные успели развернуть целую сеть. Есть сведения, что кроме московского региона, они могли действовать еще и в Смоленской области.